О, привет! Я Сайрон Хэд! Прямо сейчас лепите лайк! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Я Cartoon Cat! Подпишись на канал, потому что сегодня топовая подборочка! О, Cartoon, мой друг! Ну что, покажи подборочку? Да, поставьте лайк, подпишитесь на канал! О, смотрите, что за тут игры! Вам нравится? Я думаю, да, погнали! Всем привет! Ну, смотрите, просто какие тут игры! Это топовые игры про Сайрон Хэда! Вы готовы их увидеть? Я думаю, да, готовы прямо сейчас! Мы начинаем со Спонж Сайрон! Это невероятно крутые новые игры на моем канале, поэтому присаживаемся поудобней, мы начинаем прямо сейчас! Гренни Спонж Сайрон Хэд! Вау! Сейчас вы увидите шоковую игру! Главное меню мне уже нравится! День первый! Всем хай, я в отражении! И мы начинаем прямо сейчас! Это уже какой-то новый Siren Sponge! Я не помню, уже заходил я сюда или нет, скорее всего заходил! И посмотрите! Просто невероятно! Спанч Боб как-то заселился в этого Siren Head'а! Либо Гренни заселила Siren Head'а, даже не знаю! Siren, выходи! Ууу! Ну-ка, сейчас посмотрим на нее. На эту бабулиту. А, внучок, конечно, да. Ах ты, я тебя поймаю. Ну-ка, бабулита. А, я тебя вижу. Ё-моё, это реально Спанч, смесь, Гренни Боб. А, чуметь, еще и Siren Head как-то связан. А, прыгай сюда. О май гад. Ну-ка. Ау, я знаю, где он. А, куда он делся? О, иди сюда. Ё-моё, посмотрите, что с ним не так, с этим Спанч, Нейбор, не знаю, кто еще. О, я Спанч Боб Сайрон Гренни, дурачок. Да ладно, вы просто гляньте. А, не туда бегу. Вот это да. У него машина 100%. Это получается Пеннивайз. Чекайте, друзья. Да, Пеннивайз. И за то, что я угадал, поставьте лайк. Я же угадал, правильно? Это Пеннивайз, очуметь. Следующая игра. Это у нас Пайпхед. Знаменитая игра. 1 миллион скачивания в Play Market. Поехали. Мы находимся в центр западу. Так, мы заходим в вазик. А, нужно выжить отсюда, как-то выбраться. Ответил. Сушки было запечено проникновение двух сталкеров в зону. Двух сталкеров, очуметь. Мне кажется, что-то тут не то в этой вышке, да, и в этой местности. Нам надо разведать эту местность. Я не знаю, тут вышло ли обновление, но я чувствую, как будто что-то изменилось. Мы подходим сюда, тут у нас есть весла. Давайте заберем мы весла. Конечно же, сразу забрать нельзя, потому что нам нужно оббежать эту местность. Видите, у нас есть энергия, вон ран кончается. Так что мы бежим к Пайпхеду через гуще леса. У нас есть мэп. Мэп огромная. Огроменная просто мэпка. Так, отключай. Отключай мэп. Отлично. Мы восполняем себе энергию и двигаемся дальше. Такой лес страшный, темный, да? Но сейчас намного станет темнее, вы будете в шоке. И раз, побежали. Давайте проверим, что же там делает Пайпхед. Смотрите, сейчас станет темно. Я слышу кого-то. Я уже слышу этого Пайпхеда. Как-то он связан с этим всем конспирологией, да? Так, побежали. Закон, теория заговора. Так, ой-ой-ой, дождь пошел. Намного темнеет уже, как вы могли заметить. О-о-о. Темнота и мрак. Ой-ой-ой, я слышу Пайпхеда. Очуметь. Что-то я чувствую, будет что-то не то сейчас. Побежали. Пайпхед, ты где? О, метка. Нам нужно туда забраться, к этой лодке, и забрать, конечно же, весла, чтобы мы смогли отсюда выбраться. Темнота и мрак, вот гляньте. Слышите? Пайпхед? Это ты? Это его голос. Обычный дефолтный голос. Так, нам нужно восполнить энергию. Очуметь! Мы можем так подойти к нему. Смотрите. А это он. Это Пайпхед. Он не выйдет, пока мы не подойдем к той лодке. Ладно. Так уж и быть. Будем проходить все четко. Кто меня разбудил в спячке? Беги, чувак, смотрите, ничего не нажимая, он сам бежит. А чуметь, игра сломалась, друзья. Я сломал игру. Так, чувак, подожди. Ты куда бежишь, дуралей? Ё-моё. А чуметь.
Вот это игруля. Но нас ждет SCP Siren Head. Новейшая игра. Давно не играл и не помню, что за эта игра. Сейчас мы глянем. Старт. Я уже вижу силуэт Siren Head'а. Огромный монстр Тревора Хендерсона, придуманного не знаю откуда. Но Тревор Хендерсон, конечно, интересный персонаж, который придумал всяких монстров. Так, у нас вот машина. А, тачку сесть не можем, типа, да? Типа по бороде пускать нас. А, понятно, понятно, все с тобой. Siren Head вышел на охоту, ё-моё! Чё за танк стоит? Я хочу танк забрать. SCP Siren Head, ёшкин кот, силуэт-то стоит его. Надо быть осторожным. Так, танк. В танк сесть я не могу, ну конечно. Для чего же, интересно, этот танк стоит, да? Ой-ой-ой, теперь сиди и думай, да? Размышляй, для чего может быть тут танк. Siren Head, могу к тебе подойти? Интересно, что будет, если мы к нему подойдем? Он нас прикончит или нет? Как вы думаете? Я думаю, ничего не будет. Но улица. На самом деле тишина и никого нет. Кажется, тут что-то случилось. Siren Head забрал всех и похитил всех жителей. О, надо бы это узнать. Именно от Siren Head'а. Siren Head, it's coming. А! Он двигается. Определенные шаги делает. И все, останавливается. Ёшкин кот. Нам надо валить отсюда. Кто тут в баскетбол играл, интересно? Кстати, какую вы игру любите? Играть баскетбол, волейбол, футбол? Напишите комментарии. Либо пионербол. Давай, давай, давай. Тут баскетбольная площадка, поэтому попутно спрошу. Секретный комментарий будет. О, ёшкин кот. На меня же не нападешь, да, он? В смысле не нападу? Нападу еще как. Капец, он направляется каждый 5 секунд там, да, или 20 секунд, и он уже направляется к нам. Надо как-то свалить. Что за забор? Блин, нам не даст-то, походу, да, никак свалить отсюда. Заборчик этот вонючий. Да, отсюда не выйти. Siren! Давай, бывай! А, мои сирену слышишь? Иди сюда! Чего? Сирена Siren Head'а. Очуметь. Но он не двигается, он стоит на месте. Ладно, следующая игра. Это у нас Baldi Siren 2020. Ёшкин кот, как связан Балди с Siren Head'ом? Сейчас мы глянем, это просто фантастика. Я даже не знаю, что это, как это может быть выглядеть вообще. Поехали. Просто невероятно. Всем привет. И мы появляемся. Warning. Вау! Что это? Очуметь. Ну-ка. Давай. Вот. Что? Чё за бред? Очуметь! Ладно, открой дверь. Сейчас решим его все задания. Надеюсь, он нас никак не потревожит, не тронет. Так, минус 4. 3. 7. Плюс 6. Вот давайте вы тоже пишите в комментарии, друзья, сколько будет. Поехали. Поехали дальше. Да-да, that's right. О! Чё? Серьезно? А что тут делает этот мод? Киберхакера. Ай, чуметь. Подарок заберем. Подожди. Ноуклип. Так, ноуклип не работает, лянь. Так, что еще у нас тут есть, в принципе? Я не знаю. Так, давай мы увеличим этого. Не увеличивается. А тут ничего не работает. Скус. О! Это что такое? А, чуметь, чё за... Куда мы... Это какое-то пасхалочное место. Воу, вот это прикольно, друзья. Не ожидал такое увидеть, на самом деле, но приколдос. Тут голова картошки, что они тут делают? Ну ладно, типа... Тут меню, back school. А, чуметь, друзья. Вот это да! Я хочу ноуклип, хочу полетать. А, вот, сквозь стен. Очуметь. Ну вы просто гляньте. Ну где вы такое могли увидеть, друзья? Шарик какой-то. Вау, вот это местность на самом деле. Вы просто гляньте. Ладно, следующая игра. Это у нас Pixel Miner. Что за это интересная игра? Давайте проверим. Поехали, кажется, игры-хорроры. Ну-ка, играть. Шахтер, продавец. Ну, продавец еще пока не создан. Pixel Miner, Escape from... Вау! Это что за игру? Громче, 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 на всю. Ух ты!
Ой-ой-ой. Кого-то я слышу, ну графика, конечно. Ой-ой-ой. Ёшкин кот. Чё-то тут не то. Графика интересная, то есть она отличается от всех. Ну-ка. О, голова моя, куда я делся? А, это что за... Боже, что произошло, я чудом остался жив. Нужно вернуться в шахту. Как я вернусь в шахту, чувак? Тут, кажется, где-то сайрен ходит. Я потерял кирку. Нужно найти новую. Нужно обратно в шахту? Ты имеешь в виду обратно в шахту? Зачем? Тебе лучше валить отсюда, чувак. Что-то тут неладное, я чувствую. Так, в дом мы можем зайти, интересно? В домище зайти, как я понял, можем, но... Как? Ага, тут прыгать можно, тут садиться можно, и я слышу сайрен хеда. Ё-моё. О, я вижу огромный дом. Сейчас мы подойдем туда. Попробуем на него собраться, конечно же. Пиксельмайнер, да ладно, это что за пиксельмайнер такой, а? Прям вообще шикардосный. Как будто реально Майнкрафт, мой Сайрен Хед какой-то. Ну-ка. Сайрен Хед, ты где? Давайте посмотрим на него, почему бы не посмотреть, да? Как бы для чего мы сейчас сюда заходим? Посмотреть Сайрен Хеда, а не слышать его голос вонючий. Уже никому не интересен, мне нужен ты, вонючий Сайрен. Это что за под... Что? Это средневековье какое-то, да? Реально средневековье. Заборы такие стрёмные. О, тут, смотрите, какие-то штуки стоят. Ага. Но, кажется, мы не сможем выйти. Не сможем выйти отсюда, да? Так, о, дверь. Ну, давайте откроем. Давайте откроем. Не, ну фигушки, конечно, да? Скажете. Ладно, не откроем никак. Ну да ладно, это, в принципе, не важно. Эти дома, как я понял, не открываются. Мне просто главное... Получается, посмотреть на Сайрен Хеда. Сайрен Хед где-то кричит вдали, но его не видно, не слышно. Ё-моё, странно, конечно. Так, что у нас? Бревно. Да, его не видно и не слышно. У нас еда кончается. А мы, кстати, можем кушать. Походу, грибы, наверное, какие-то, да? Так, давайте попробуем на лестнице забраться сейчас. Давай. В смысле? Бородачная лестница. Побрила меня. Ладно. Ну, короче, вот такая вот игруля. Сайрена мы не видели. Непонятно, что нам тут делать. О, Сайрен! Грибок. Yes. Смотрите! Пиксельный Сайрен Хед. Направляется на меня просто, смотрите. Лянь, какой он злой. Иди сюда. Так, давайте посмотрим, как он поймает нас. Давай, лови. Лови нас. И раз. О, боже, что это такое? Что за монстр? Очуметь. Приколдос, друзья. Ладно. Следующая игра Siren Head Haunted. Посмотрим, что за эта игра. Тоже в Play Market. Новейшая игра. Я ее не играл. Первый уровень. Do not close, ла-ла-ла. Так, девочка какая-то. Мы должны ее спасти, как я понял. О, смотрите. Мы играем за чувака. Так, оружку заберем. Чувак, ты где? Siren. Ты давай не дури, слышь. У меня есть оружка. Так, стрелять можно так? Не, не можем. Ага. Прыгать. Отлично. Бегать. Это у нас прицел. Смотрим. Так, Сайрен, здорово! Сайрен, твою дивизию. Повернись сюда. Так. Смотрите. У-ху! Ё-моё! Чувак, отвянь. Yes! Мы усыпили Сайрена. Так, вставай. Мы можем оружку поменять. Сайрен, здорово. Ё-моё, это реально? Тут надо два Сайрена прикончить. Побежали на зеленую отметку. Зеленая отметка где-то там. Ну-ка. Прицел, оружку возьмем. Отлично. Оружку нельзя отпускать. Так. Побежали. Нам нужно просто бежать. Я не знаю, кувырки делать там. Вообще без разницы. Но... Оружку надо взять обязательно сейчас. Побежали. Yes, вот так вот. Капец, этот персонаж как будто из GTA 5, знаете. Интересный такой, прям необычный. Так, я слышу, кто-то кричит, друзья. Надо спасать кого-то, кажется. Блин, игра, мне кажется, что-то для нас готовит. Что-то, кое-что интересное. Идем на зеленую метку. Так, я бегу, я вижу Сайрена, красная метка. Отлично. Девчуля, я тебя спасу!
Главное, не сдавайся, друзья, напишите комментарий, не сдавайся. Пишите прямо сейчас комментарии. Я тут Silent Hill какой-то. Так, оружку бери. Здорово. Уи-ха! Просто я отпетый отшельник. Е-бой. Отлично. Все, побежали. Наша цель — это спасти девчулю. Девчуля? Я тебя спасаю. Девчуля, я к тебе пришел. Очуметь, друзья, это... Воу, thank you. Отлично. Приколдос, она исчезла просто. Вот это да. 101 метр до вертолета. Но нас тут ждет сайрон, ёшкин кот. Сайрон, вали отсюда. Вот это игруля на самом деле. Поворотище, да? Ауч, yes. Побежали. Нас ждет вертолет. Вертолет. Жди нас и только жди. Ладно, мы не будем обращать внимания на сайренов. Просто побежим к вертолету. Ё-моё. Е-бой. Прикольно, слушайте, мы спасли девчулю. Ладно, следующая игра — Siren Head Horror Game какая-то. Интересная игра, не играл в нее до этого. Посмотрим. Так, местоположение мне не надо. Что, и что, потом Siren Head за мной следил, что ли? Местоположение не буду я подтверждать. Так, Siren Head Haunted House. Хорошо. Siren Head Haunted House. Интересно. Начало уже прикольное. Так, это что за чувак сидит такой? Чуваку нужна помощь, как я понял. Первый левел. Сейчас посмотрим, что вообще из себя представляет эта игруля. I might not... Хорошо, он потерял своих друзей. Ля-ля-ля. Я, в принципе, понимаю смысл этой игры. О, предыстория, лянь. Камера движется. Мы такие, Siren Head. О, появился тут. А мы где сами, в общем-то? Не знаю. Мы появляемся вот тут. Вот они. Ой, это что за монстры? Наш друг, надо спасти его. И мы тут валяемся и проснулись, типа, да? Ау, awakening. Ух ты ж, ё-моё. Вот это поворотище. Тут прям свой сюжет, ты посмотри, лянь. Проснулись. Ну, игры сейчас начали делать классные. Со сюжетом, знаете ли. Только немножко лагает, конечно, но ничего, ничего. Лаги — это временно. Я думаю, можно переждать. О, отлично, take it. Все, мы взяли. Прям take it, прям можно смотреть, что и да как. Открывай дверь. Ключ. Отлично. Воу, это что за чувак прошелся? Так, водичку попьем, потому что мы лежали очень долго. Нам нужно попить водичку. Yes. Горит. Отлично. Водичку мы выпили. Mission complete, серьезно? Просто водичку попить. Ну ладно. Последняя игра. Reborn SCP Siren Head. Твою дивизию. Это что за игра такая? Поехали. Первый левел по-любому сейчас будет. Сейчас надо нажать на первый левел. Я чувствую. Я знаю. Я Шерлок Холмс. Я прочитал эту игру. Подожди-ка. Не прочитал. Я не Шерлок Холмс. Так. Смотрите. За кого мы играем? Кто там ходит вообще? Чё? Чё за игра? Наверх поднять не могу, вниз не могу. Девчуля, чё такое? Иди сюда. Воу! Ничего себе! Что за бред? Офигеть, друзья. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравилась эта подборочка. Обязательно поставьте лайк. Siren Head одобрит. Ну и не забудьте подписаться на канал. Все, на этом все. С вами был я, Игорь. Всем удачи. Напишите комментарий, какая вам игра больше всего понравилась. Ну, мне вот эта прикольная игра была. Вот эта вот, которую мы за чувака играли, как будто в GTA 5. Все, всем удачи. Всем добра, всем спасибо. Все хорошо. Делайте добро, не для зла. Будьте с нами на пассиве. Всем пока.